добрый вечер. Давайте подведем итоги этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Повторное задержание. В политико-криминальном детективе с Корбаном новый эпизод. ГПУ на мушке. Кого спасло бронированное стекло? Черная касса экологов. Какие суммы госэкослужба извлекает из воздуха? Свободы Корбану еще не видать. Пока у судей вышли все сроки для оглашения ему меры пресечения, ГПУ выдала обвинительный дубль. Укроповец снова задержан, теперь по новому эпизоду. Какие еще грехи раскопали в прошлом Корбана и где он сейчас находится, Елена Митясова продолжит. Рано утром у Новозаводского суда Чердигова полно милиции. Геннадия Корбана в тонированном микроавтобусе привозят прямо из больницы, где он провел ночь. Адвокаты тут же требуют его освободить. Мол, 72 часа, время, отведенное законом для избрания меры пресечения, как раз истекло. Но со скамьи подсудимых Корбана сразу же ведут в соседнюю комнату. Туда не пускают ни журналистов, ни соратников. Откройте дверь. Вечини двери. Вечини двери народному депутату. Спустя несколько минут дверь открывается, все бегут на улицу, но Корбан уже в машине. Его увозят на том же микроавтобусе, что и привезли. Прокуроры комментариев не дают, а адвокаты заявляют о похищении. Тільки що на наших очах було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки особа мала бути звільнена з-під варти, її було звільнено і тут же наче затримано. О 3-й годині ночі був гіпертонічний криз і тиск 190 на 100. Ви ж самі розумієте, якщо людина вчора була там багрового кольору, то зараз сірого кольору обличчя. Менее чем через 2 часа машина с Корбаном уже в Киеве. У следственного изолятора СБУ сторонники УКРОПа, которые с самого утра под Верховной Радой требовали освободить задержанного, тут же меняют дислокацию. Сюда же Корбану сразу вызывают и скорую. Самочувствие его якобы вновь ухудшилось. Политику разрешают пройти адвокатам. Если людина принесла такий стан важкий и критичный тиск був, який людину еле-еле вивели на руках, виносили, арештовують, тягнуть и везут Геннадія. Фуру людину. А в это же время в Генпрокуратуре заявили, Корбан задержан уже по новому эпизоду. Но что именно ему инкриминируют в этот раз, уточнять не стали. Вчера были добыты данные про вчинение Корбаном Геннадием Млевичем ряда криминальных правопорушений. Было распечатано до расследования. Сегодня с ранку, после принятия решения слідчим, Корбана Геннадія Олеговича было затримано в порядке статьи 208 Кримінального процесуального кодексу України. На данный момент он находится рядом с слідчими, с ним проводятся процесуальные действия. С ним проводится корректно, его життю и здоровью абсолютно ничем не загрожує. Митинг под СИЗО разошелся буквально за час, а журналисты еще целых 4 ждали защитницу Корбана. Оксана Тимчук о новом деле по ее подзащитному ни сном, ни духом, мол, сама только что узнала об этом. Корбан, по ее словам, тоже уведомления от следователей пока не получал. Те, що відбувається, це абсолютно безглуздя. Це не має нічого спільного взагалі з КПК як таким. Тому що не передбачено затримання особи раз за разом за статтею 208. Я такого цирку в своєму житті ще не зустрічала. В течение 72 часов Корбану должны избрать новую меру пресечения по новому делу. Елена Митясова, Ярослав Кречко, Никита Исайко, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. Генпрокуратура под прицелом. Вчера вечером в ведомстве сообщили, окна кабинета Виктора Шокина обстрелял снайпер. Подробности произошедшего узнавали наши журналисты. Вечер 2 ноября. В кабинете генпрокурора Виктора Шокина рабочее заседание. В 21:52 в окно попадает первая снайперская пуля. Вслед за ней еще 2. Через час о происшествии уже написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянска. При обстреле никто не пострадал. Следователи выехали на место инцидента. Жизни присутствующих спасло пуленепробивное стекло. В ГПУ уверены, целились прямо в генпрокурора. Следство переконано про обізнаність стрільця, а також його замовників, про розташування і місце положення речей і предметів, в тому числі місце знаходження, особисте місце перебування генерального прокурора, тому що вистріл був фактично здійснений впритул з розрахунку на потрапляння в область
туловища або голови. Куля зайшла між стиком металічної конструкції і броньованого скла і була спрямована саме до крісла генерального прокурора, де він перебував на нараді. Это центральное здание Генпрокуратуры, а кабинет Шокина находится в новом корпусе, во дворе. И то, что снайпер знал, в какое именно окно стрелять, свидетельствует о серьезной подготовке. По словам Матиоса, предполагается, что преступник использовал тепловизор, поскольку все шторы и ролет были закрыты. Также рассказал, в некоторых из близлежащих домов обнаружили следы недавнего взлома чердачных замков. Напротив тильної сторони Генеральної прокуратури, де розміщений кабінет Генерального прокурора і вікна якого виходять в тил, від вулиці Гусовського, розташовані декілька дуже цікавих приміщень, одним з яких є приміщення корпорації «Укрпочипник». Стріляли з школи, яка притул з «Укрпочипника». «Укрпочипник» – це корпорація «Клюєва». Напомню, братья Андрея и Сергея Клюевы сейчас в бегах. Расследует покушение Служба безопасности Украины. Ее сотрудники еще с ночи обследуют территорию вокруг Генпрокуратуры. Порушено криминальное провадження, посягання на життя державного діяча. Наразі ще з ночі тривають невідкладні слідчі дії, оперативні заходи, постановлення обставин цієї події. За такое преступление грозит срок от 10 до 15 лет тюрьмы или же пожизненное лишение свободы. Сам генпрокурор, по словам Матиоса, с самого утра на работе. Ольга Теребинская, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Генпрокуратура отозвала из Верховной Рады прошение об аресте Сергея Клюева. Уверяют, что на время и лишь для того, чтобы дополнить его подозрения в очередном эпизоде. Об этом «Украинской правде» сообщил источник в прокуратуре. Хотят проверить, причастен ли Клюев к хищению более чем полумиллиарда гривен. Их якобы получила фирма, подконтрольная братьям Клюевым, в виде фиктивного кредита от Государственного банка. Где сейчас находится беглый нардеп, по-прежнему неизвестно. Два взрыва в Ривне. Частные дома неизвестные забросали боевыми гранатами. Есть ли пострадавшие, кому угрожали и как квалифицируют произошедшее в милиции, выясняла Инна Белецкая. Два взрыва за ночь практически в одно время между 3 и 4 часами утра. И оба во дворах их чиновников, а ныне главных в области оппозиционеров. Милиция сообщение о произошедшем получает лишь утром. Невідома особа кинула вибуховий предмет у вікна. В обох випадках внаслідок чого і сталися вибухи. Одне з повідомлень надійшло до міліції о 7:50, а друге о 8:00. Це через особисті якісь переконання потерпілих вони відразу не повідомили до міліції. Вот дом бывшего губернатора, а ныне руководителя оппозиционного блока в Ривненской области. Здесь, около гаража, прогремел один из ночных взрывов. Само здание не пострадало, в одном из окон вылетело стекло. Василия Берташа дома нет, после общения с милиционерами он уехал. Мотивы произошедшего политические, прокомментировал он нам по телефону. Это политическая деятельность, вы думаете сами, да? Кто это сделал, кому это выгодно? Это дом Анатолия Хименко. Он был замом Василия Берташа в обладминистрации. Теперь его же заместитель в оппозиционном блоке. Хозяином мы застали дома, говорит, каких-либо угроз от конкретных людей не получал. Но запугать его пытаются уже 2 года. На мой погляд, в Украине начался террор с теми людьми, которые имеют свою позицию, имеют свои... розуміння моралі і принципів. Я пов'язуюся з залякування, не залякування, а вже відкритий бандитизм із моєї політичної діяльності. В оппозиционном блоке уже назвали взрывы терактами, несмотря на то, что гранаты боевые, в милиции расследуют дело как хулиганство. Відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Оба чиновника завірили, не збираються увозити сім'ї із міста. Інна Білецька, Ніколай Василюк, подробності, телеканал «Інтер», Рівне. Преступный экологический айсберг. Какая незаконная деятельность пойманных на горячем одесских природоохранных чиновников была на поверхности, а вот что скрывалось в тени? Какие высокие столичные кабинеты завела следователей коррупционная схема региональной экологической инспекции? Подробности у Андрея Анастасова.
Ежеквартально государственная экологическая инспекция по всей стране проверяет сотни различных предприятий. Выявленные нарушения грозят крупными штрафами, а иногда и остановкой производства. В Одессе, как выяснила прокуратура, на таких проверках чиновники решили зарабатывать, но брать взятки не напрямую, как раньше, а по хитроумной схеме. Предпринимателю заботливые инспекторы настоятельно рекомендовали заключить договор с некой страховой компанией на случай экологического бедствия. Как только деньги на счет фирмы поступали, считай, проверку прошел. Особа вказывала на то, что в разе не перерахування вказаної суми в суб'єкта господарювання будуть виникати проблеми, буде укладено негативний акт перевірки з усіма витікаючими обставинами. Человек, о котором идет речь, руководитель Одесской областной экологической инспекции. На такой завуалированной взятке в 15 тысяч гривен чиновницу поймали сотрудники прокуратуры совместно с СБУ. Дальше больше. Сам офис страховой компании, куда направлялись деньги, как выяснилось, находится в Киеве. Причем по странному стечению обстоятельств, прямо по соседству с центральным аппаратом государственной экологической инспекции. Вчера там тоже прошли обыски, изъяты документы. У следствия есть подозрение, что указанная организация – теневая структура, созданная для вымогательства взяток по всей стране. В місті Києві був створений відповідний офіс, з якого координувалася діяльність керівників Державної екологічної інспекції по території нашої держави. Каким был оборот такого офиса, еще предстоит выяснить следователям. В самой экологической инспекции нам подтвердили лишь факт проведения обысков в Одесском управлении, а больше утверждают, никакой информацией не владеют. В прокуратуре же просят предпринимателей из разных регионов обращаться, если стали жертвой такой преступной схемы. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Конец преступных гастролей. В Запорожье задержали гражданина Грузии, который занимался грабежом в области. Как выяснилось ранее, он был судим и состоял в одной из преступных группировок. В квартире, которую снимал злоумышленник, правоохранители обнаружили наркотики и целый арсенал. Винтовки, автоматы, пистолеты, гранаты и патроны. В квартиры попадал с помощью отмычек и других приспособлений, их тоже изъяли. Грабил мужчина и автомобили. Во время задержания преступник попытался оказать сопротивление. При попытке сотрудникам ГУМВД зайти в квартиру, подозреваемый, который в ней находился, попытался заблокировать вход и угрожал применить огнестрельное оружие в отношении сотрудников милиции. Благодаря мгновенным и слаженным действиям оперативников, преступник, который находился в квартире, не успел среагировать и выполнить свои угрозы. Вернувшиеся с каникул, законодатели, наконец, приступили к работе. Но вот продуктивно ли? Чем больше занимались? Принятием законов или выяснением отношений? Наблюдала Екатерина Лысенко. А где же повестки? С этим вопросом нардепы, которых вчера на согласительном совете хотели вызвать на допрос, идут в парламент. Я полдня вчера потратила на то, чтобы найти следователя, все-таки разобраться, есть повестка, где есть. До сих пор я ее так и не получила, но со следователем я договорилась, что мы обязательно на этой неделе встретимся, и я готова ответить на все абсолютно интересующие его вопросы. Я разговаривал вчера с министром внутренних дел Аваковым. Он мне сказал в разговоре, что есть 2-3 технических вопроса к тебе. Должен на них ответить и все, и на этом все закончится. Как свидетель. Я сегодня узнал, есть в комитете повестка? Нет. Мне на протяжении этих полутора лет приходили десятки повесток, и я всегда ходил на встречу к следователю. В самом же зале с самого утра обеспокоены судьбой уже арестованного. Укроповцы трибуну не блокируют, зато клеят плакаты и требуют свободу Корбану. Но у депутатов большинства ответ короткий. В парламенте есть дела и поважнее. То как мы сегодня можем работать? То мы мусили бы домовиться, как цей тиждень мы выбудовываем те питания, которые чекают от нас суспільство. Откорректировать перечень законопроектов пытаются у трибуны. Батьковщина предъявляет ультиматум. До того моменту, поки не будуть прийняті тарифні закони, продовжений мораторій на продаж землі, скасовані 10% мита, яке додатково платять на митниці, а також скасовані податки на пенсію, ми не голосуємо за жодні закони, крім соціальних. Опозиція настаивает, нужно скорее назначить местные выборы там, где их не провели. Ми вимагаємо забезпечити вибори там, де вони взагалі не відбулися. Маріуполі, Красноармійську, Сватовому. Для цього наші депутати подали відповідний законопроект. Вимагаємо розглянути як першочерговий.
Парламент повинен повернутися до питання Донбасу. Поки що коаліція нічого не робить для виконання мінських угод. Но решить все за трибуной коалиции не удалось. Не успев перейти к голосованию, тут же объявили перерыв. А следом и второй. Заседание начнется о 12:30. За закрытыми дверями обсуждали, когда голосовать за тарифные законы. Батьковщина настаивала, нужно уже сегодня. Выйдя в зал, решили отложить до вечера, прежде отдав документы на рассмотрение в комитеты. В зале же принялись голосовать за так называемые социальные законы. Хоть из нескольких попыток и в первом чтении принимают документ, который разрешает штрафовать работодателей за увольнение бойцов АТО. После ряда голосований назначают добровольцам и волонтерам статус ветеранов войны. Украинский парламент врегулював питання. Забезпечення всіх добровольців сьогодні поширює їх соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. В общем-то, голосуванням за соціальні закони парламент і обмежився. Протягом останніх 3 тижнів ми демонстрували яскраву картину «Монстри на канікулах 2», а тепер з сьогоднішнього дня монстри повернулися з канікул. Коаліція недееспособна. Почему? Надо спрашивать саму коалицию. Но то, что она делает сейчас, говорит лишь одно, что выборы весной приближаются. С призывами найти консенсус каждый в коалиции уверяет, большинство разваливать не собирается, но в то же время каждый сетует на сотоварищи. Якщо український парламент справді націлений на реформи, то, очевидно, треба вирішувати швидше політичні нюанси і все-таки доходити до конкретних дій. Інакше це справді шлях і пряма дорога в політичну кризу, якою сьогодні впевнено прямує український парламент. Пан Гройсман слукавив, коли сказав, що порядок денний формується на Погоджувальній раді. Цей порядок денний вноситься ввечері, і ми тільки стоїмо перед фактом, які сформували якісь чиновники. Самопоміч завжди тримає руку на пульсі і обговорює це питання, і буде залишатися в коаліції доти, доки буде 1 міліметр можливості спільної праці. Тому будемо такою опозицією в коаліції. До тарифных законопроектов на вечернем заседании не дошли. Комитет сегодня не собрали. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Геннадий Никенко. Подробности телеканал Интер. Недовольны такой продуктивностью депутатов на тарифном Майдане, напомню, он уже несколько недель как разбит в нескольких кварталах от парламента. Люди ждут от власти снижения тарифов на коммунальные услуги и обещают стоять до победы. У мене пенсія 1200, моєї не вистачає пенсії, щоб я заплатила за 1 місяць. Десь позичаю, беру борг, а потім із місяця в місяць залажу в борги. Після того, як люди отримують перші платіжки, вони з цими платіжками куди підуть? Вони прийдуть сюди. Тому що і ми знімемо всі ці маніжки, правильно? Спустимо партійні прапори. Я готовий повністю деполітизуватися. Я вже бачу по парламенту, по настроям людей, що вони готові проголосувати закони, які зроблять тарифи суттєво нижчими. Свои рецепты снижения коммунальных платежей изобретают в регионах. В Николаеве кандидат в мэры Игорь Дятлов предлагает внедрить программу по утеплению многоэтажек. Не за счет городской казны, а за счет международных грантов. Уверяет, это позволит снизить суммы в платежках в половину. Нужно в первую очередь направить максимальные усилия как городского бюджета, так и государственного бюджета и привлекать международные фонды, которые сегодня готовы работать в Украине. Мы проводим такие переговоры на то, чтобы утеплять дома. Утепление дома даст возможность сэкономить до 90% потерь. Анализ избирательной гонки проводили сегодня на заседании оппозиционного правительства. Чему радовались, а чем возмущались? Подробнее в нашем следующем материале. 15% мандатов в новом Харьковском облсовете. Таков итог 5-месячной борьбы областной организации ОПА-блока за право участвовать в местных выборах. 6 раз областное управление юстиции отказывало ей в регистрации, несмотря на решение Киевского окружного суда и парламентской ассамблеи Совета Европы. Документы приняли лишь за 4 часа до окончания их подачи. 29 октября Киевский апелляционный окружной суд отказал управлению юстиции в требовании отменить решение первой инстанции. Это дает нам основание требовать отмены выборов, которые произошли на территории Харьковской области, непризнания их как легитимных. Если мы не добьемся этого в Украине,
то мы будем обращаться в европейские суды. В Донецкой области из избирательного процесса исключили 90 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, где политсила могла бы лидировать, возмущены в оппозиционном правительстве. Если вы смотрели со стороны, что срываются выборы в Мариуполе и в Красноармейске, где же вы были? Потому что там реально не проходила практически, наверное, ни одна политическая сила, которая сегодня является в провластной коалиции, то есть состоит в провластной коалиции. Говорили и о победах. В Днепропетровской области оппозиционный блок набрал около 33% голосов. А в самом Днепропетровске и Кривом Роге лидируют кандидаты в мэры от этой политсилы. Впрочем, и тут не обошлось без ложки дегтя. Нарушений до и во время выборов. Особо отличились в фальсификациях и подкупе две политсилы. Схема подкупа голосов была такая. Банк, имея огромную базу телефонов, лиц, которые брали кредиты в этом банке, рассылала СМС с предложением заработать легкие деньги. Есть бюллетень, есть отметка, есть номер банковской карточки. Для каждого жителя Днепропетровска понятно, какой этот известный банк. Связь приватбанка Корбана, Филатова, Укропа, Ведроджиня ни у кого не вызывает никаких сомнений. Подводя итоги выборов, можно сказать, что нигде, никогда, вернее, в украинской истории такого не было. Под любым предлогом оппозиции не дали возможности полноценно участвовать в выборах. Этому будет дана оценка после второго тура выборов. Мы будем бороться в судах. Кстати, одно из первых судебных постизбирательных заседаний сегодня состоялось в Киевском апелляционном админсуде по результатам выборов в Чернигове. По предварительным данным, оппозиция там преодолевает 5-процентный барьер и проходит в горсовет. Но местный теразбирком постарался всячески затянуть оглашение результатов. Собрался даже пересчитать недействительные бюллетени. Такое решение Апоблок опротестовал в Черниговском окружном суде. Но глава избиркома подала апелляцию. Ее не удовлетворили. Всупереч тим обставинам, що влада намагалась зірвати вибори в місті Чернігові, завдяки нашій позиції і також позиції судової гілки влади, волевиявлення виборців міста Чернігова збережено. І на даний час ми чекаємо всі остаточні результати виборів. Окончательные результаты выборов в Чернигове огласят завтра. В среду истекает 10-дневный срок, который закон отводит избиркомам для подсчета голосов. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Киевский теризбирком попался на подтасовке результатов выборов. У кого отобрали голоса избирателей, а кому наоборот добавили? В сюжете моих коллег. Вчера, 2 ноября, столичный горизбирком огласил результаты выборов в Киевсовет. А уже сегодня оказалось, мало того, что бюллетени считали больше недели, так и в протоколах путаница. Количество напечатанных бюллетеней 2 163 тысячи, выданных на 2 тысячи больше. Как так? Да и с явкой киевлян не разбериха. Заявляли 891 750 проголосовавших, а в итоговом протоколе на 4200 меньше. Эксперты говорят, как только об этом заговорили в прессе, данные исчезли с сайта ЦВК. Це були найбрудніші вибори із всіх можливих, які хто знав за всі роки. Використання адмінресурсу на період нарізання округів, на період формування комісії, в тому числі територіальної міської, в якої голова був замінений за пару днів перед виборами. В місті Києві голови державних адміністрацій всі належать практично, ну всі належать до одної політичної сили, яка сприяла виборам на своїх територіях і всіляко заваджувала діяти іншим політичним силам. Всі ці розхождення в комітеті збирателів України списують на чоловічий фактор. Дільнична виборча комісія телефонує в районну, районна підсумовує цифри, телефонує до міської. І таким чином в цьому ланцюжку завжди трапляються збої. Тобто завжди не враховують, помиляються, не дораховують. Проблема є не в бюлетенях. Проблема є у загальній недовірі і проблема є у низькому рівні організації самої виборчої кампанії. Коли члени комісії часто не знали основ законодавства, и мы отримали низку складних процедурных технических моментов. А вот что говорят в Киевском горизбиркоме. Я абсолютно доволен работой нашей комиссии. Она была абсолютно независимая ни от кого. Мы подвели результат тот, который мы подвели. И у нас, я надеюсь, не было ни одной ошибки. Политики, чьи партии так и не прошли в Киевский горсовет, заявляют, неувязки в данных протоколах – это отобранные у них голоса, которые не позволили им преодолеть необходимый 5-процентный барьер.
Оказалось, что еще и напечатано больше бюллетеней, чем по факту выдано. То есть, как бы, тут несостыковки. В данный момент юристы проверяют все эти данные. Я думаю, что по выяснению ситуации мы будем подавать в суд. На 50 участках мы зафиксировали аномальные абсолютно цифры. Цифры, которые позволяют говорить, что в пользу отдельных провластных кандидатов осуществлялись фальсификации. И вот эти все нечестные абсолютно действия позволяют утверждать, что власть подготовилась к фальсификации очень хорошо. Не пустила те партии, которые ей не нужны в Киевском городском совете. И результаты этих выборов однозначно не могут считаться честными. В оппозиционном блоке заявили, будут требовать пересчета результатов выборов в суде. Татьяна Овинникова, Сергей Килимник. Подробности, телеканал Интер. Кабмин ждут большие кадровые перемены. Об этом в интервью изданию «Политика» сообщил премьер Арсений Яценюк. По его словам, первые в очереди на увольнение министры энергетики, здравоохранения и образования. Освободить их от занимаемых должностей премьер-министр пообещал в ближайшие 2 недели. Появится в Кабмине новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Но о ком идет речь, Яценюк не сказал, пока продолжаются консультации с президентом. Такую кадровую активность премьер объяснил желанием реабилитироваться за невысокие результаты провластных партий на местных выборах. Мы попытались связаться с пресс-службой Кабмина, чтобы уточнить некоторые детали этого интервью, но ответа пока не получили. Еще один оборотень в погонах попался. В Херсоне сотрудники СБУ задержали замначальника штаба одной из воинских частей Нацгвардии. Чиновник брал взятки у призывников за то, чтобы те проходили военную службу в родном городе. За такую привилегию требовал по $200 с каждого. За неделю пристроил 7 человек. А вот в Кировограде погорел на взятки старший следователь городского отдела милиции. Он отмазывал от уголовной ответственности местных воров. Сотрудники СБУ поймали его с поличным. Подозреваемый в разбойном нападении передавал милиционеру 5000 гривен. Продолжаем подробности, и вот что узнаете из второй части выпуска. Взрывная версия. Американцы расследовали крушение российского лайнера с туристами. Скелеты из папских шкафов. В Ватикане новая утечка информации. Какие тайны всплыли? Взрыв на борту. Такую версию субботней катастрофы над Синаем обнародовала авторитетная разведывательно-аналитическая компания США. Тем временем в Египте начали расшифровывать данные черных ящиков. Как продвигается расследование, все подробности далее в сюжете. Стрэтфор еще называют теневым ЦРУ. Компания занимается сбором и анализом информации о событиях в мире. Расследованию причин трагедии агентство посвятило отдельный доклад. Его эксперты проанализировали ряд версий и пришли к такому выводу. Самое вероятное объяснение катастрофы над Синаем – это активация взрывного устройства на борту. Российские новостные агентства, ссылаясь на свои источники в комиссии экспертов, которые работают на месте крушения, сообщают, там обнаружены не относящиеся к конструкции А-321 элементы. Поисковую операцию проводят в радиусе 40 километров. Вместе с тем Стрэтфор исключает версию о том, что самолет могли сбить ракетой с земли. Мол, у боевиков, действующих на севере Синайского полуострова, есть только переносные зенитные комплексы, которые применяются для поражения целей на малых высотах. Еще одна версия – трещина в конструкции лайнера, которую не заметили при техобслуживании. В 2001 году самолет при посадке в аэропорту Каира ударился о полосу хвостовой частью. Этой ночью в Санкт-Петербург прилетел еще один самолет с телами погибших. Процесс опознания идет медленно. Останки сильно изувечены. По итогам прошедших суток опознано 9 тел погибших. С остальными телами продолжается работа оперативно-следственных органов. Трагедия уже повлияла на туристический поток в Египет. Туризм – одна из самых прибыльных отраслей экономики этой страны. В прошлом году она принесла казне Египта $7,5 миллиарда. Многие украинские и российские туристы после катастрофы самолета, унесшей жизнь 224 человек, отказываются от поездок. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Закрытие внутренних границ ЕС для мигрантов может грозить новой войной на Балканах. Об этом предупредила канцлер Германии Ангела Меркель и призвала Берлин найти такие пути решения проблемы, которые не усилят противоречия. Вчера в управлении ООН по правам беженцев сообщили, что в октябре в Европу прибыло рекордное число беженцев – 220 тысяч.
Я посчитала необходимым созвать конференцию по балканскому вопросу, потому что не хочу начала новых военных конфликтов. Стоит подчеркнуть, все происходит быстрее, чем нам кажется. Столкновения перерастают в акт насилия, а насилие быстро становится тем, чего бы никто не хотел допустить. И украинский заслон нелегалам. СБУ отчиталось, с начала года силовики отказали во въезде 59 лицам, которые воевали в Сирии. Исламисты рассматривают Украину как транзитную территорию, где можно пройти лечение или изготовить поддельные документы для выезда в сирийско-иракскую зону конфликта. Террористов Исламского государства, фронта Аль-Нусра и Имарат Кавказ принудительно вернули в страны происхождения. Последний случай произошел меньше недели назад. 29 октября был запрещен въезд в Украину боевику ИГИЛ, гражданину Российской Федерации. В Украину он прилетел из Турции. Великобритания решила воздержаться от военной операции в Сирии. К большому разочарованию США и радости для России. Под кого прогнулись в Лондоне, знает наш сапкор Оксана Кундеренко. Бездействие – лучшее оружие. Так, похоже, решил лидер британского правительства Дэвид Кэмерон. Он не будет вносить на рассмотрение парламента вопрос о военной операции в Сирии, хотя и собирался сделать это до конца года. Голосование обречено на провал, утверждают источники в парламенте. И это дипломатическое поражение для премьера. Комитет Палаты общин по иностранным делам в сегодняшнем отчете настоятельно советует держаться подальше от войны. Я приветствую такой подход, когда гуманитарный кризис разрешится политическим путем. Я не верю, что больше бомб, сброшенных на Сирию, как-то помогут ситуации. Оппозиция во главе с Корбином с одной стороны, риск встретиться с российскими самолетами в сирийском небе с другой. Это называется двойной охват или клещи военной терминологии. В таком неудобном положении оказался Кэмерон, разочаровав не только своих избирателей, но и Соединенные Штаты. Америка надеялась на поддержку влиятельного европейского союзника. Пока же британские истребители летают только над Ираком, что на руку Москве и режиму Асада. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Иностранцев, воюющих на стороне Украины, наконец легализовали. Соответствующий закон подписал Петр Порошенко. Теперь им и лицам без гражданства разрешается подписывать контракты о прохождении военной службы в украинской армии. При этом иностранцы обязаны носить форму установленного образца. Также им будет пожизненно присвоено воинское звание. Но вот офицерами таким бойцам не стать. Для них предусмотрены звания рядового, сержанта или старшины. Все украинские воинские формирования должны быть включены в состав регулярной армии, а если это не произойдет, их следует немедленно разоружить и распустить. Об этом заявили в Совете Европы. Комиссар ведомства по правам человека Нилс Мужниекс сегодня опубликовал доклад о ситуации на Донбассе. В документе 20 страниц, на которых сообщается о критической гуманитарной и социально-экономической ситуации в регионе после полутора лет российской агрессии. Украинские артиллеристы и саперы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. И хотя их орудия отведены от линии соприкосновения, боги войны по-прежнему в зоне АТО, в боевой готовности. Но в свой законный праздник они отдыхают и встречали гостей. Арт-десант из Киева приехал к бойцам и с концертом, и с подарками. Украины рок-версия. Так утро артиллеристы в зоне АТО еще не встречали. Их орудия уже полгода молчат, но домой артиллеристы не торопятся. Готовы ринуться вперед и прикрыть пехоту на передовой. Техосмотр регулярно, масло в топе, все, ну, чтобы сразу завелась и поехала. С этого часа. По трассе сколько, Игорь? 70 километров. 75. По полям чуть меньше. Год назад они прикрывали своим огнем украинские колонны десанта и пехоты. Самые тяжелые дни – те, когда теряли товарищей. Приходилося с махиной гаубицы стрелять прямой наводкой. Мы находились очень близко біля кордону России. То было даже геть видно, как звідти стреляли гради в нашу сторону. Артисты, певцы, поэты, рок-музыканты и писатели. В таком составе арт-десант высадился в зоне АТО впервые. Люди сприймають поїздки сюди як місію, як таке своєрідне духовне донорство. І невідомо, хто кому дає цю духовну поживу. Чи вони воякам, чи набираються від нашого воїнства. Це дуже необхідно. Це взаємний обмін енергією, він створює ту
омріяну країну. Вони і не думали, що зустрітять здесь тих, кого раніше бачили тільки по телевізору, або чи книги читали, і тут, на передовій. А мені подобається творчість Ірини Карпо. Подобається погляди на цей світ. Они защитники и наша история, говорит Ирена Карпа. В таком ключе и детей своих воспитывает, а взрослых призывает, даже когда на фронте тишина, не забывать о воинах. Приїздити сюди, мені здається, що якийсь такий людський обмін нормальний, коли ті, хто нас захищає, бачать, що кого вони захищають. Я своїм дітям, наприклад, кожен раз повторюю, так, це ті хлопчики, ми там печемо штрудель для хлопчиків, які зараз там мерзнуть, нас захищають, за нас воюють, щоб нас дядя Кака там всіх не розстріляв. Ми повинні бути всі заодно і немає нікого зайвого. Вперше в польовому лагері воєнних пела сімейна пара оперних певців. Під відкритим небом, в холоді і сирості. Для їх голосів це стрес, але самим тяжелим оказалось совсем другое. Душа рвется на части и, видя бойцов наших настоящих. Эмоции перехлёстывают, но надо не показать вида и суметь сделать нашу работу качественно. Энергетика зашкаливает, и артисты на ходу сочиняют «Коломийки». Смех здесь – лучшее лекарство и оружие против врага. Українські танкісти ніць не мають страху, путінські сепаратісти убігають. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Российских ГРУшников суд оставил под стражей еще на 2 месяца до 2 января. Защита Евгения Ерофеева и Александра Александрова требовала отпустить их под домашний арест, но судья ходатайство отклонил. Напомню, российских спецназовцев украинские военные задержали в зоне АТО в мае. Под арестом они уже почти полгода. Подозревают россиян в шпионаже и терроризме. Обоим грозит пожизненное заключение. Тепличные условия. Какое государство обещает своим гражданам безусловный доход почти в 1000 евро ежемесячно? Об этом и не только узнаете в нашем обзоре. Каждому по 800 евро в месяц. Столько намерены платить своим гражданам финские власти. Управление социального страхования предлагает ввести так называемый безусловный доход, который заменит текущую систему льгот и субсидий. Проект стартует через год и будет проходить в 2 этапа. На начальном сумма выплат составит 550 евро. Потом увеличится до 800. Налоги с таких доходов взиматься не будут. 1,5 года реставрации, 2 миллиона евро затрат. В Риме после длительного ремонта открыли знаменитый фонтан Треви. 16 месяцев он был практически недоступен для взора туристов, что вызвало бурю негодования. Ведь этот фонтан в какой-то мере стал визитной карточкой Рима. Ежегодно коммунальные службы доставали из него около 1 миллиона евро брошенных монет, которые направляли на благотворительность. В США 2 подростка решили накормить бездомных. У ребят было всего $150. В местном фастфуде они заказали 100 гамбургеров, а потом с огромными пакетами еды пошли по улицам в поисках нуждающихся. Свой поступок объясняют просто. Еда, которую миллионы воспринимают как что-то незначительное и должное, для многих цена выживания. $2 миллиона за бюстгальтер. В Калифорнии представили лифчик, украшенный бриллиантами, топазами, сапфирами и множеством других сверкающих камешков. Всего на одном таком маленьком предмете гардероба драгоценностей около 6500. Через месяц создатели белья обещают удивить не менее ошеломляющими трусиками. В израильском правительстве предлагают депортировать из страны всех бродячих котов. Мол, по еврейским законам стерилизовать животных нельзя, а бездомных котов на улицах множество. Так что выход, по словам главы Минсельхоза, один – высылать животных в страны, которые согласятся их принять. У Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в гонке за президентский пост появилась 4-лапая соперница. Собака по кличке Луси Лу уже даже презентовала свою избирательную программу, правда, устами хозяйки. Она выступает за сокращение правительства, уменьшение налогов и увеличение бюджета на охрану психического здоровья. Луси с 2008 года работает мэром городка в Кентукки, вот только должность эта символическая, не имеет ни политического, ни общественного влияния. Папа Ликс. Новая утечка информации в Ватикане и новые аресты информаторов. Кто раскрыл папские секреты и какие? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. В Ватикане говорят, большой папский секрет – это секрет, о котором известно всем, кроме самого папы. А потому порой подчиненным, дабы донести до его святейшества важную информацию, приходится идти окольными путями, например, через прессу.
На днях служба безопасности Святого Престола задержала влиятельного испанского священника и привлекательную итальянку, эксперта по связям с общественностью. Оба состояли в комиссии, созданной Папой Франциском для изучения возможностей реформирования экономики Ватикана. Одна из задач, которая перед ними стояла, добавить финансовой отчетности прозрачности. За эту прозрачность отец Лусио Анхель Вальхео Бельда и 33-летняя итальянка Франческа Чауки и поплатились. Они подозреваются в передаче важных внутренних документов третьим лицам. Угадать, кто эти лица, несложно. На этой неделе готовятся к выходу две книги о коррупции в Ватикане. Авторы – журналисты, уже попортившие кровь епископату. Почему деньги играют главную роль в этом государстве? И где взять сил, чтобы бороться с курией? Это слова из письма Бенедикта XIX в 2011 году. Журналист Жан-Луиджи Нуцци в своих расследованиях писал и о махинациях святых отцов, и о том, как предыдущие папы замалчивали педофильские скандалы. По слухам, именно ему передавал письма Бенедикта XVI мажордом папского дворца. И хотя мажордома арестовали, документами из маленького, но влиятельного государства Нуцци снабжают до сих пор. В Ватикане это не приветствуют. Ну, снова ничего нового. Люди, имеющие доступ к документам, пытаются на этом нажиться. И люди, которые пользуются доверием папы, его предали. Впрочем, такое ли это предательство, если тайное становится явным и может пойти церкви на пользу? Например, скандал дня. Оказывается, деньги, которые Единая Апостольская собирала на помощь больным детям, использовали для ремонта своих палаццо влиятельные кардиналы. Так что как знать, а вдруг, предоставляя миру такие документы, члены комиссии по реформированию и выполняли свою миссию? София Груденко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Я прощаюсь с вами до завтра.